Воскресенский собор в Плёсе – достопримечательность выдающаяся, видно его со всех сторон – и туристам, прибывающим по Волге, и плесянам из разных точек города. Закладка камня здесь состоялась в 1810 году. Почти все культовые сооружения Плёса построены в первой половине XIX века. Строительство было приостановлено из-за войны 1812 года. Осветили храм в честь праздника Воскресения Христова в 1817 году. Больше 100 лет здесь проходили богослужения. В 20 веке храм постигла участь большинства подобных сооружений. Храм, да, был закрыт, опять-таки, по историческим данным, самым последним в городе Плёсе перед Великой Отечественной войной в году в 1938-39 году. Во время войны в нем находилось зернохранилище, и уже в более поздние советские годы, в послевоенные, в 60-е, в 70-е и начало 80-х годов здесь находилась картинная галерея. Здесь для удобства посетителей сделали даже второй этаж – на сваях. Росписи на стенах покрыли побелкой. Об историческом назначении помещения ничего не должно было напоминать. Только в начале 90-х храм передали верующим людям. Службы проходили только в небольшой зимней части храма. Иконостаса не было. Алтарная часть была заложена кирпичом и забетонирована. Реставрационные работы начались только в 2010 году и заняли 3 года. Фронт работ был широчайшим. Кровля была в плачевном состоянии, колокольня была обита железом в начале 60-х или в середине 60-х годов с той целью, что было разрушение, кирпич местами отваливался просто от здания храма, от колокольни, и было принято законсервировать. На территории храма обнаружились захоронения. В прошлом здесь было кладбище. Радиоуглеродный анализ показал, что кости датируются 18 веком. Были найдены останки более поздних времен. Их служители перезахоронили самостоятельно, создали подобие склепа. Во время реставрации второй этаж убрали, росписи восстановили. Росписи, насколько я знаю, владимирские реставраторы восстанавливали. Но делали они их по старой такой традиции, в общем-то, близкой к палехским росписям. Вот, и росписи сами по себе, по-моему, по художественным качествам очень хороши. Это все художники подтверждают, то есть это вот абсолютная такая удача. Классический храм, так называют Воскресенский собор, теперь, отмечают специалисты, стал даже лучше, чем был. Через 3 года сооружение будет отмечать свое 200-летие в обновленном виде и статусе. С недавнего времени это подворье Приволжского Никольского женского монастыря. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.